Раскрываем секреты закулисья Ани Лорак на «Беларусьфильме». Более 50 тонн оборудования для нового шоу сейчас размещены в самом большом павильоне 1200. Здесь выстроена оригинальная, но в то же время репетиционная сцена «Трансформер», которая позже переедет на Минскую арену. Мировая премьера программы «Дива» состоится в Минске. Отмечу, среди стран-соседок только у нас есть необходимые технические силы для реализации проекта такой сложности. А павильон «Беларусьфильма» оказался единственной доступной локацией с необходимой площадью помещений и высотой потолков для установки декораций. Звездопад, настоящий дождь и огонь, проекции, световое шоу и робот из Японии весом около 5 тонн – это лишь малая часть эффектов нового шоу «Дива». Здесь всегда проходят самые теплые концерты. И я очень здесь люблю бывать, люблю публику, люблю зрителей моих. У меня очень большой фан-клуб здесь, не один. В создании проекта задействована международная группа из Беларуси, Украины, Чехии, Польши и Голландии. В концерте примут участие около сотни артистов, вокалисты, танцовщики, воздушные акробаты, разножанровые актеры.